Так, всем добрый день. Сегодня делаю грядки для клубники. Смотрите, значит, взял доски 20-е, взял бросок 5 на 5, доска 2,5, по-моему, или 2, или двойка. Значит, что мы делаем? Разрезали доски, доску на две части, они с магазина идут 6 метров. Делаем их по 3 метра, значит. Дальше соединяем вот этими уголками. Делаем короб 3 на... Сейчас посмотрим. Да, правильно, метр. Доска, значит, 20-я. И в длину 3 метра. Вот такие будут грядки. Сейчас покажу, что дальше с ними сделаем. А, били мы их, значит, черным агроспаном. Нижнюю часть вот просто вот этим пистолетиком вот так вот. Вот так. Можно, конечно, подложить капельную ленту, но пока попробуем так. Так, значит, что мы сделали? Поставили грядку, перевернули ее агроспаном вниз. У нас остается еще такие кусочки, чтобы два рядом стоящих короба будут закрывать междурядье, чтобы междурядье меньше росло. И засыпали сюда, значит, на один короб у нас ушло 2 мешка торфа 250-литрового. Ну, нейтральный, но PG-микс, то есть он с питательными веществами. Значит, сюда ушла тачка песка и тачка перегноя. Смочили это все дело, и в принципе все, можно высаживаться. Будем сюда высаживать воздушку, чтобы весной из нее получить рассаду с открытой корневой системой. Ну и в дальнейшем эти грядки, я думаю, будем использовать. Тут у меня их будет, значит, 1, 2, 3, 4 грядки таких. Будем их использовать, ну, для выращивания, наверное, как на маточник, может, или на ягоду. Здесь навряд ли я буду выращивать, скорее всего, как маточники буду их использовать. Чем хороши эти грядки, значит, тем, что сорняки, удобно будет бороться с сорняками. Они не так сильно будут расти, конечно, как на земле. Удобство, то есть можно свободно дотянуться до середины грядки там рукой. И вторую часть грядки противоположно обрабатывать уже с той стороны. Поставили распорку посередине, чтобы доски не ушли сюда. Ну, в общем, вот так. Внутреннюю часть соединили вот этими колышками. Брусом пятеркой. Вот так вот. Попробуйте сделать дома такие же. Я думаю, будет очень на них удобно работать. Ну, это для тех, у кого маленькие там палисаднички какие-то или что-то. Ну, маленькие участки земли. Вот как у меня здесь вот этот кусочек. В общем, вот так вот у меня все получилось. Тут мы уже перемешали торф, песок. И сюда еще добавляем по тачке перегноя. Смачиваем все это водичкой. Перемешиваем. И получается, смотрите, остаток агроспана у нас, который и с этой, и с той стороны, мы застилаем междурядье и шпильками его прикалываем. То есть междурядье мы тоже защищаем от сорняков. И сюда можно высаживать, хотите грядки на ягоду, хотите, но я буду сюда высаживать ус, воздушку, и весной с этого уса получу рассаду с открытой корневой системой. Ну все, всем, кому было полезно видео,
можете сделать вот так вот. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Будет еще много чего интересного.